Давай, давай, давай. Виляй рулем. Все, что у тебя за мотоблок? Хорош, хорош. Так, ребят, всем привет. Сегодня приехали помочь родителям. В Нижегородской области у нас вот такие вот осадки. Большие выпали. Снега метет, метет и метет. До такой степени, что я уже не знаю, что с ним делать. Отец сейчас вот расчищает выезд для мотоблока. Хотим делать так, чтобы просто вывозить снежок. Че, мало? Нормально. А вон там, смотри. Со скольки-то? Вон, посмотри, сколько я ж накидал. Видишь? Будем в снегу купаться. А? После бани будем купаться. Да. Так, где же? Давненько мы не видались с этим мотоблоком. Так, все, сейчас снимаем борт. Давай, кати. Чтобы нам все это оперативненько быстренько грузить. Ну вот, блин. Бензина нет? Нет. На. Погоди, заведу. Хорош, стой. Ладно, хорош. Сможешь один-то? Ага. Все, погоди, я сейчас отъеду. Все, пап, давай я отъеду. У тебя трактор едет. Я знаю, я им еду. Так, ребят, мотоблок значительно буксует, и со снегом его все равно приходится толкать. Поэтому решили повесить вот такой вот наперед маховик от МТЗ-82. Зашплинтуем его сейчас.
Посмотрим, лучше ли будет или нет. С грузом впереди, по теории, должно идти получше. Ну, вот так. Очень у тебя хорошо получается. Ага. Чудесно. Да-да-да. Блин, у меня вся жопа сырая, блин. Кстати, да. Возим снег, сиденье все мокрое, попа вся сырая. Вообще прям. Нужно какое-то запасное сиденье или накидочку брать, чтобы трусишки были сухие. Кузька. Садись, пап. Смотри, и рулем маленько играй, чтобы он цеплялся получше. Садись. Я на первый еду. Газку, газку! Давай, давай, давай! Виляй рулем! Давай, 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 давай! Подтолкну! Едь, 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 едь! Давай, давай, отпускай газ, едет пусть. Давай, 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 давай еще дальше, пап, дальше. Втыкайся прямо в нее. Хлоп. Играй, играй, играй. Вот, стоп. Подожди, я чищу. Давай. Не получается что? Газку, газку побольше. Нет, нет, нет. Снег попал. Играй, 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 играй. Давай, 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 давай. А пустой не едет. Давай, 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 потолкну. Руль! Ну вот так вот потихонечку сегодня подталкиваем. Но с горем пополам возим. Кузя даже вон удивительный стоит. Говорит, как это происходит? А, Кузьма? Как это происходит? Давай еще, 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 еще. Еще давай. Ладно. Да, погода у нас становится теплее. Снег почему-то начинает таять. Снег становится тяжелее. Соответственно, возить все это намного тоже тяжелее. Налипает вот так вот к кузову снег. Его нужно лопатой счищать. Но телега чудесная вообще прям. Ага, сейчас отъезжаем. Так, ну что, дорогие друзья, что хочется сказать по итогу, по окончанию работы. Мотоблоку в очередной раз спасибо за помощь, очень он нам помог. Вывез мокрый снег, который бы очень долго, наверное, папа один чистил. К сожалению, папа один на мотоблоке не ездит сам, не лежит у него душа к этой технике. Вот, ну и вдвоем-то оно быстрее. Вот, пришел, помог немножко, похвалю себя тоже. Что хочется сказать про мотоблок? Резина, спасибо тебе большое, посмотрите. На протектор, на обалденный протектор. Прорезала эта резина снег до такой степени, что даже земля
осталось от усада, на котором мы все это вывозили. Вон, глядите, земля прямо осталась. Видите, как режет очень хорошо, прорезает весь замерзший слой, до земли царапает. Ну и, собственно, тягает аппарат. Не так часто мы пользуемся мотоблоком. По понятным причинам многим сейчас у нас и пчелы, сейчас у нас и деревня со стройкой, да? Вот, мотоблок у нас, можно сказать, простаивал этот год. Помог он только очень на стройке. Вот, поэтому, наверное, резина целая, не износилась она так сильно. Далее, по грузу. Утяжелитель используем мы какой? Маховик от МТЗ 82, 28 килограммов. Вот так вот он стукал у нас сегодня, но ничего, не упал. Помог, наверное, вот этот вот утяжелитель. Мотоблок не так часто козлил, не так часто подпрыгивал с ним. Свою функцию сделал. Ну и, наверное, в дальнейшем также мы и будем чистить снег, то бишь просто его вывозить, потому что отвал, пока желания нет брать, отвал бы, наверное, не сдвинул такой снег. Вот, все равно бы снег остался бы и на том же месте. Просто его сдвигать куда-то надо было, а у нас некуда его, по сути, сдвигать. Поэтому всю зиму будем, скорее всего, вот так вот вывозить. Ну, в принципе, что хотел, сказал. На этом все. До новых встреч. Пока-пока. Спасибо за вашу поддержку.